Мы не занимаемся тем, чтобы следить за этим спектаклем. Хотя делаю оговорку. Как бывший министр культуры я не могу назвать это спектаклем, потому что я обижу актеров. Я не могу даже назвать это цирком, потому что в цирке также работают профессиональные артисты. Мне не хочется обижать и цирковых артистов. Что это такое? Шоу, я не знаю, представление? Но это точно не суд. Когда судья в суде выполняет функцию прокурора, а когда адвокат назначен КГБ, ну, мы прекрасно даем себе отчет, что уже все сроки прописаны. Все уголовные сроки тюрьмы условной уже прописаны в решениях заранее. Поэтому и наше участие там и никто не хотел видеть никоим образом. Ни через Zoom, ни через реальных адвокатов, ни проводить какую-то линию защиты. Им это не надо.